Приветствую вас, уважаемые друзья. Приехали мы сегодня в такое вот живописное, красивое место. И будем сегодня здесь копать. Походим по лесу, поищем старину старинную. Места старые, древние. Здесь была деревенька, которой более 400 лет. Поэтому находки здесь должны быть. Один только минус, что здесь очень-очень много металла, очень много лишних посторонних сигналов. И все цветное перекрыто очень сильно черным металлом, что затрудняет вести поиск. Но мы не отчаиваемся и что-нибудь найдем и вам покажем. Вот густой, красивый лес. Ну, начинаем. И мы решили зашурфиться в таком вот интересном месте. Здесь была очень старая деревня. И сейчас здесь такой сплошной лес, кусты. Здесь в свое время вот находили масонский пятак, французскую пуговку. Александра II копейку находили. А теперь вот хочется шурфануть, посмотреть, что может здесь быть. Нашли такое место. Красный кирпич везде, камни. Попробовать, что за фундамент. Посмотреть, будут ли какие-нибудь находки. Здесь все звенит черным металлом. Везде, везде мелкие кусочки. Ну, конечно, тут и бои проходили, и все. Тут очень много металла. Ну, будем шурфиться, смотреть, пробовать. Начинаем. Ну вот, заложили шурфы. И на симплекс первая находка, друзья. Рабочий, что-то написано, таможня. Что там, Олег, было написано? Артельный рабочий. Артельный рабочий рижской таможни, что-то да, такое. Что-то с рижской таможни. Вот такая, друзья, накладка. На что это, от чего? Здесь явно были какие-то зацепы. Ну, очень интересная находка. Продолжаем копать дальше. Вот, друзья, монетка. Первая монетка с нашего шурфа. Ранний советик. А год 36-й. Одна копейка 1936 года. Ранний советик. В довольно хорошем сохранчике. Ящерицу перерезал, блин. Жалко. Вот такой вот заложили шурф. И потихоньку с разных сторон пытаемся найти края дома. И вот с этого раскопа вылетела одна копеечка. Отработал ее Апекс с катушкой Вайпер. Очередная находочка. И выпадает пол копейки 25-го года. Конечно, хотелось бы, чтобы был 28-й. Хотя бы 27-й, но... Мы рады и этой находочке. Пол копеечки выпало. Сейчас перешли с шурфа немножко в сторону. По кустам лазим. И приятная находка. Коп копом, ребята. Но обед по распорядку. Идем немножко отдохнуть, покушать, попить чая. А вы продолжайте смотреть, не переключайтесь.
Еще, ребята, выпадает 1 копеечка ранние советы. Что-то сегодня прет на мелочь. И выпадает, ребята, 1 копейка 1926 года. Пошли находки, ребята. Вот сниму попозже, потому что шурфить и снимать находки очень тяжело. Сейчас отошел немножко чаю попить. А мальцы пока раскидывают кучи земли. Мы будем углубляться, копать дальше, смотреть. Время не так-то уже и много у нас остается. Но интересно зацепились за домик. Или это как там сажа? Ребята, а вот это реально аллилуйя. Эта находка сделала нам сегодняшний коп. Гривенник. Офигеть, ребята. 1768 или 69 год. Я вижу 48. 48. Ну, блин, руки до сих пор дрожат, ребята. Это находка супер. Продолжаем дальше. Что, дорогие друзья, наш коп подошел к концу. Покажу сейчас наши находки. Время поджимает, пора ехать, но, конечно, после таких находок уезжать не хочется. И серебро сегодня у нас было 20 копеек 15 года. Конечно, самая топовая находка – это гривенник. Здесь вот 10 копеек еще серебряных лежит, но ее надо хорошенько отмывать. Очень порадовал этот вот жетон рабочего таможенной рижской артели. Николаевская медь, Александровская медь. Короче, всего понемножку. Такие вот подсвечники. Пуговиц немножко нашли. Ну, короче, находки есть. И ранние советы, и медь, и серебро. Очень довольны. Очень довольны копом. Топорики вот, 2 топорика. Что, друзья, на этом буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале, дальше будет интересней.